Не знаю, может, вы сталкивались с такой темой. От Киева что-то все отваливается. Знаете, почему так бывает, когда все отваливается, да? Потому что делают, а не пишут. Лапки попили! О, привет! О, красавчик! Thank you.
первую часть, да, альбома слышали? Контрреволюция, да? Кто-нибудь слышал вообще? Да! Сэр, кто-то слышал, короче. Вот. Ну, будет вторая часть, там будет много новых песен. И мы сегодня хотели бы 4 новых песни вам запустить. Кто-нибудь смотрел стрим вообще последний, нет? Кто-нибудь, да? А ты говорил, никто не смотрит. 160. Так и живем. Ну что, сегодня, сейчас вот, наверное, первую мы новую песню споем. Зовется она «Надежда страны». Мысли с тобою надежда страны.